Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала MGames. С вами Андрей Броскей и Сергей Габриэль Бельман. И мы продолжаем играть в Lara Croft and the Temple of Osiris на PlayStation 4. Давайте приступим. Чего? Как обычно, PS3, ваш прогресс-мод. Да, ну да, наверное. Да, вы хотите ли вы продолжить? Как-то странно. Ух ты, а что мы Как и играли. Я тоже как-то удивлен, что... Теперь нам вспоминаем управление. Да, управление. А это потому, что на прошлой неделе мы пропустили одну игровую сессию. И, если я правильно, конечно, сказал. Я правильно сказал? Вроде правильно. Окей, главное, чтобы с того места, где мы остановились. Да, все четко. Какие-то чемоданчики. Это аптеки. А, ну это мы, короче, находимся. Давай вот здесь шарик надо сделать. Слушай, ну по-моему все как и было. Или не было. Серьезно, неужели мы не там, где нужно? Не, все не там. Прокачано, да, все? А, ну да, пистолет, он по оружию видно. Ух, блин. Тут наверху ничего не было, да? Тебе нужно, я насколько помню... А вон там наверху есть что-то. Ну, лазим. Тебе нужно, помнишь, стрельнуть. Ну, тебе нужно поднять вот эту палку над головой, чтобы нам показало, куда мы идем дальше. Сюда шар. А, нам нужно заходить. Кстати, я прочитал вчера или, в общем, на днях, что, мол, чем... После каждого уровня можно открывать сундуки, но чем сундук дороже ты открываешь, тем в нем лучше награды. Но это было как бы логично. Я уже и так понял, да. Ну видишь, а я не понял, я пока не почитаю, ничего не понимаю, что происходит. Так, чем? Ну, побежали. Ну давай, не затягиваем. О, блин, подожди меня, пожалуйста. With this fragment, Osiris will be able to clear the path to the temple. Как-то, слушай, ну вот откуда мы вроде собирали, да? Ну да, это уже не вылезет. Не вылезу, вылезу все. Ты хотел меня подсадить, а? Я так и понял, девчонка ж. Там как его зовут этого? Это кто у нас? Это ж не Осирис, это ж этот Тор, Гор, кто? Короче, она вдвоем. Но он все так и показывает дальше. Жалко, получается... Ну, вот этот шарм. А вот опять, давай еще соберем. Так они по-новому появляются. Я понял, мы не будем их. Они появились по-новому, потому что произошла какая-то фигня. Ты же к гостям и тот раз, и этот раз присоединился. И получается, поэтому... Шарм там лежит, это же кнопка. Не-не. Подожди, это нужно мгновение, ну, надо делать. Еще одну часть, но ты не слышишь. Do not be alarmed. Osiris would never harm us. There is something he wishes us to see. I sure hope you're right. Что, погнали? Да, побежали сразу. Osiris had this clockwork built to model the heavens. Set is wicked, but clever. With Kepri's powers. He corrupted the device to control the sun's light. This is how he has brought endless night to the land. So you're telling me this thing can control the sun? This thing controls much more than that. Is it wise to taunt an undead god? Don't be a coward. Говорит, ребята, лучше бы вы играли в Devil May Cry просто. Я не могу играть. Они в воздухе поедут. Куда нам бежать? А, вот этот парень. Проводник. Ну что это только что звук какой-то шел? Что-то двигалось.
Может, нам подняться обратно? Но... Так, а давай легенду глянем. Пирамида следующая. Пирамида Осириса, он следующая. Нам, походу, выбегать отсюда, скорее всего. Айди, ты ж на вот эти штуки как-то можешь воздействовать. Кнопка L1. Да, вот так вот, что значит неделю не играть. Ну давай выбираемся из пирамиды, посмотрим, что рано. Все окей. Мы слишком перемудрили. Это все потому, что раньше так легко не проходили с игры, потому что нужно было реально делать какие-то действия, которые просто только после манипуляции, определенными манипуляции, после чего, блин, нужно было двигаться дальше. А здесь вообще, то есть, нажми одну кнопку, и можете бежать дальше. Да, так и. Слушай, ну, этот парень, куда он показал? Парень показал. Все, давай, я за тобой бегу. Я реально на нервах. Давай, давай. Блин, оказалось, что... Чуть-чуть, давай. Да, стой, стой. Нет, нифига. Ну, подожди, это вот, вот эту штуку поднимай. Это ж, мы тоже, кстати, ее собирали, эту каску. Это мы все бежим уже по... не затягивать. The veil between us fades. I am coming for my throne. Крокодил. I bring you a new gift. The sword of hellfire. Слава богу, я ушел зацепиться. Убивайте меня. Я реально пробую. В смысле огненный ты имел в виду, да? Ты встаешь там или как-то бежать? Мародеры какие забежали. These paths will take us to the chambers of the gods. And there, beneath the water, that must be Sobek's chamber. And it looks like Set claimed the top for himself. Вершину Сет, похоже, взял себе. Ну, ты сейчас будет, видишь, по всей видимости, огонь и лед. Будет, мы будем лед растапливать, и, соответственно, видно, нам будет на обыграно вот это. О, вниз нужно... А вниз? Нет, да, я уверен, даже тормозит. Да она тормозит постоянно. Это ж PlayStation 3. Надо ж новую выпускать уже. Она там год и ничего не работает. Что, Орден то вообще на самом деле не игра, а скриптованный этот фильм. Ну, то не игра, то фильм. Давай еще наверх поднимемся, потом подожди. А, ну мы сюда и не пройдем 100%. А тут какие-то лед какой-то. Сразу проверочка. Нет, он разрушил. Можно покупаться. Ну, а там под воду мне это самое. Ну все, нам только бежать на верхнюю левую гробницу. Так, ну я вспомнил, кстати, потихоньку управление. Квадрат, когда нажимаешь, быстрее передвигаешься. Это даже в инструкции написано. Обычно как в играх делают, чтобы кувырками вот это не проходили люди, они делают как бег, три там шага, это один кувырок, то есть. И, ну, перед... Окей, мы готовы, да? А иногда, наоборот, благодаря кувыркам, ну, можно делать спидран. А тут прям сразу сказали, что... Хотите спидран? Кувыркайте. Ну такая спидра, кстати, работает даже в этом Resident Remaster. Не знаю. Какая, подожди. Oh, если кладок быстро набег, он не так отмывает. А, да, что я понял. То есть, типа, он как его ступенька, он очень быстро подомор. Да. Ну так вот и спидран. It amuses me to watch you struggle. If it did not, you would already be dead. Somehow I doubt that very much.
огнем. Ой-ой-ой. Видел ты руки, когда у него залезли бомбу? Да, не помню. Let us take unto night together. See what has become of the noble kid. He resisted. Die, broken. He is mine to command. Set, you heartless bastard. You will pay for your crimes. I look forward to seeing you triumph. Я могу тебе. Я уже раз катил. Even if you defeat Kepri, I will raise him again. What is mine shall be mine until the sun goes down. Osiris will return, and he will see you punished for your blasphemy. Переходя.
его схему. Да, он не делает это возможно. Exactly what I said I would. This is only the beginning, Set. Osiris is coming, and he will judge you. Самурай, обнимашки, да. Есть такая да, у наших ботов. У меня паника, ты видишь, ты стоишь на месте, а у меня видел там. Вот так вот, просто надо куда-то бежать, что-то делать. Да летит вот этот пепел, мне кажется, от него нужно уклоняться. В общем, от всего, что происходит на экране. That's a canopic jar. One set of the organs of Osiris. They hold great power. We must return the jar to the shrine. Опа, что там, Лара? Нам надо кресты. Мы справились с задачей три раза, походу. Так, ну тут безлюбезные, те, кто больше набрал того и тапки. Да блин, не хочу сходить. Так, ну это самые дорогие. Ну конечно, ты ж наверху, камушков там много. Так, мне туда противоположно. Ну, блин, ну не дальше. Давай, давай. Пока противоположно. Ну ладно, там пока будешь прыгать наверх. Есть, хоть что-то я успел урвать. Так, а что тут у нас по 500? У меня 269, я не смогу нормально никакой открыть. 250, ну за 250. Там пишут, Шар, я хочу в школу. Что делать? Шар отвечает ни за что. Что-то Шар сегодня, видно, еще не проснулся, не может он попасть в это, ну, нормально ответить на вопросы. Видно, не выспался. Ой, ой, кристальчик! Зацепился я за ящик и... Ну, Серега! Ну что? Ладно. Я катапультировался. Ой. So you think you have struck a great victory, and now you expect me to cry in anguish? Set has unleashed Sobek, the crocodile god. We will have to contend with rains and far worse. Дожди и, в общем, ничего. Кстати, когда был вечер, было лучше. Сейчас дождь как-то у графончик подпропал. Ну, музыка хорошая. Set would drown the whole world just to spite us. Yeah, but he's given us the way forward as well. I would. Thank you. Then there isn't a moment to spare. The canopic jar. Soon, Father, we will make it right. Не могли там наверх забраться, думали как. Не, давай светики показывают нам. Как-то нам одно колесо и разграбить гробницы и вообще. Удача. Well, let's not let the big man down, huh? Давай, давай, ломай там, Андрюха, все, там только разлетелось. Да, ну ты можешь тут сомкать. We should be able to use that wheel to get up higher. Ага, вот оно как тут задумано. А, куда меня? Я хотел схватиться за ногу, типа, поймать. Ну, пока жизнь не заканчивается. Или заканчивается. Да, окей. Я запомнил.
работает хоть так, это когда кувырок я делаю, я еще помню. Вот у меня все связано с Uncharted, я просто... Это открытие, прошу. Нет. Короче, потому что я и в мультиплеер начал играть, по сути, с Uncharted. Раньше-то я играл там на компе. Типа там Call of Duty, но меня не вставлял. Counter-Strike. Subic, Lord of the Dark Waters, wash away the last traces of our silence. Типа, давай в мультиплеер, ты что там классно все начали говорить, и я вот подсел. И поэтому, естественно... Что делать? Да нет. А что, смотри. Камон. Увеличение максимального боезапаса. Шарфики. Ну, ты хочешь посмотреть инвентарь, может быть? Может, у тебя не выставлено? У тебя не выставлено. А у меня закрыто почему-то оно все. Я, короче, заново начну. Теперь открыто? Да. Нет. Ну, что поделаешь. Да. Потому что ты гостем. Я говорил тебе прошлый раз. Записывай, ну, записывайтесь в пионеры. Я говорил, что давай под профилем. Да профиль. Я же его наизусть не помню. А, ну да, точно. Этот момент я тоже забыл. Ну, что ты сказал мне, что там надо. Без бумажки, без записи. Ну, бля, что ж ты сделаешь? Максимум жизни. Три. Я быстро соберу сам. Где, где? Да, да. Так, мне все это не помешает. Бочки пили, просто помнишь этот день, он реально как картина. Тут какой-то ход. Ага, все видно. Так справился. Там вниз падаешь, на меня там падает. Не буду. Я просто просто не помню, что сейчас будет отменить. Ага, тут надо дробать пока нельзя. А он видел внизу там. И наверху, кстати, еще. Там шлем или снег. Давай, тут мне нужно тогда. Вот это работает спецназ тоже. А, вот, кстати, я рассказывал, говорю, что Uncharted, Uncharted. И это там нужно было кувыркаться. И когда ты кувыркаешься и убиваешь, типа, то там пишут, вы открыли, ну, внутриигровой трофей из спецназ. Их там нужно было 50 из 50 набрать. То есть, и хочу вернуть вам немного, глянуть, шлем. Это, и там, типа, и мы тогда смеялись, типа, опа, работает спецназ. Ну, забегаешь, там три человека бегут, они в тебя стреляют, и в этот момент делаешь кувырок, поднимая с пола патроны, там, или что-то. Блин, жду. Ну и типа что это. И вот оно так и привязалось. Работает спецназ, когда кувырок здесь. Ну давай, это дополнительная какая-то. Гробница с испытанием. Посмотрим. Ага, послушали. Ну, оно как-то надо было где-то объяснить, что мы отсюда зашли, а то оно появляется. Неправильно. Thank you.
не получится, если нужен дар. А я считаю, что получится. Так. Ну, зеркалами. Фигачи. А ну-ка, ты там стой. Сюда. Я пока не вижу. Давай я отменяться. Теперь я сюда. Подожди, а ну. Может быть, тебе не обязательно стоять просто на пьедестале. Попробуй вот начать. Типа. Вот это не... Может быть, вот отсюда, типа, знаешь, вот так. Вот отсюда. Сейчас. Вот отсюда, вот так. Не, вот же еще один. Может, отсюда как-то, ну. Блин, это магия. Ой, вот, подожди. Получается, да, да, ушел. Ну, Серега, я не думаю, что загадка настолько сложная. Скорее всего, надо на один из квадратов наступить и отсюда попробовать зафигачить. Вот, наверное. Кажется, просто скорее всего с этого. Он как видишь, оно как подсказывает, что оно первое. Или ты когда туда наступаешь, он исчезает. Тогда тебе нужно просто, ну, вот так вот попробовать. Стой, стой, посвети. В смысле? Ну, блин. Может быть, вот с этого надо? Типа, вот так вот. Только вот сюда надо. Попробуй. Следующий. А вот это что там? Да не, ну она не все делает. Попробуем исцепить. Знаешь, что у меня? Вот этот шар первым надо долбить. Ну, он отдельный. А, вот, вот это получается. Мне кажется, нам надо выйти и идти дальше. А давай, ну все, мы не разгадаем эту гробницу 5 секунд, на 5 секунд берет. Значит.
все у нас получается. А ты вот хотел это другого ходить. Так бы мы не получили автоматический гробовик и пройденную гробницу, первую пить. Золото. И бриллианты. Что-то мне кажется, она не быстрее двигается. Когда кувыркается. No. These were once so much priests. Such corruption has twisted everything. Чудес и на барабане. Вот ты был прав, сектор плит на барабане. Какое-то оружие мы выбрали на 5 секунд. Новое аж типа, ты можешь тоже выставить. Это автоматический дробовик. Да, автоматический дробовик, я уверен, будет. Еще пару. Да, ну там тоже. На той стороне? Пай. Будут конфеты или что-то есть? Я думаю. Почему? Завернуто. Well, at least we know what to expect. Хорошо. Yeah.
увеличение максимального боезапаса. Отлично. Ну давай так выработчик. Или вы там все жадничаете себе? Да не, я думаю, открывается или нет. Вдруг я открою, это нет. Так, гробница, мы готовы. К тебе гробница. This mural tells the story of Sobek. Sobek was the god of many things, depending on who was writing it down. The Greek historians could never really agree. The Greeks? Is that upstart society still around, or did they talk themselves to death? I'll give you that history lesson later, Horace. Look here, these are some of his names. Pointed of teeth, and he who eats while he... This mural portrays him as the god of the Nile and water. And those are the powers that Set now wields. Come. We must find a way to stop the floodwaters. Я извиняюсь, я просто увидел там пропущенное что-то. Что? Головарь будет крокодил. А, да ладно, как ты догадался? Случайно. Быть не может. Так, уходу. Андрюха, не спи, я реально просто там где-то только что. Это, ты посветил в глаз этот? Нет, нет. Что нам можно было не так понять? Посветить, да? А, так ты должен стоять внутри. Такая система. Нет, не уходи до меня. А, так теперь подожди. Все нормально. Как нормально? Это не нормально, подожди, я понял. Другое. Это не зря нам там рулетку показывают. Я тоже могу к тебе прийти. Там полет, треугольник. Onward then. Let us move. Будет с бомбами все. Теперь замешано. Нужно, конечно, шара, наверное, запрыгнуть. Берем маску. Здесь, скорее всего, если выше, то я думаю, получится не так. Я ж с разбега, хотя он, глянь, не допрыгивает. Возможно, здесь какой-то маскот. Давай, давай. Явно что-то они хотят, чтобы мы разгадали секрет. Тихо, не торопитесь. Это не, я должен просто вот так вот. Тихо, ты должен жить. Ой-ой-ой, да? Ай, быстрее. А как вылазить? Вот так вот. Это какие-то не эволюционировавшие эти крокодилы. То есть там есть, которые уже бегают с копьями, а есть те, которые просто плавают себе в воде. Наверное, он туда пока не
забрать, а у матери. Опа, парень, работает спецназ. Should be easy enough. Забыл. Что я не сам. Alright, now for a little swim up river. Sobek's children have the advantage here. We must get back onto the land. Вкладываем бомбу. Раз, там именно я. Скорострельные пистолеты. УЗИ. Ну теперь мы круто. Сейчас. Ой, подожди, еще что-то есть, блин. Цеп. Это у тебя. Восстановление здоровья, вытягивающие снаряды. Окей, пусть будет. Что значит, правда, вытягивающие? Снаряды. Не ты повернешь, а потом назад придешь. Обязательно по канату. По-моему, ты должен здесь стоять. Угу. А ты назад. Ну, на самом деле, мне кажется, достаточно было бы оставить. Положение и все. А налево. А, это не будет. Окей. А, откроешь мне теперь. Ты мог вообще обязательно. Это долго. Окей. Я на тебя смотрю и прикинь. Быстрее, Андрю, потом хватает. И чучек. Ты что, меня поймал? Да, но я хотел, чтобы ты спустился, но... Но можно было наоборот взять и в эту сторону, не? Угу. Надо было не прыгать. Лара стала на кнопку и все поднялось. Я бы так описал этот эпизод. This is going to require time. We must keep going, no matter the risk. Куда? Стой, подожди, что-то не то. Перекидывать, видимо, нужно будет. А ну, ты можешь поднимать? Могу. Стой. Давай. Явно это не так делается. Нажимай. Ну, я пропрыгиваю.
крокодил иди. Да. Давай, нажимай. Раз, два, три. Так, а смысл? Не, он туда на кнопочку. Отпускай. Я тоже не могу понять. Это нам вдвоем нужно проходить или поставить. Да, подожди, а как нам вдвоем проходить? Как нам вдвоем? Я ж не буду прыгать с этим. Да, с включением. А ну вот этот камень на вот этот кружок попробуем. Давай я максимум. Ты можешь там экспериментировать. Ты можешь прыгать? Подожди, сейчас смогу. Мне кажется, ты как-то прыгнул и летел. Ну прыгай. Как-то. Так, какая. Подожди, подожди. Может отсюда тебе назад? Раз, два, четыре, пять. Не, побудь здесь, вот здесь. Вот дальше. Сейчас, подожди. We are close now, but the waters are rising. Нормально. Не надо тебе представлять. The fragment of Osiris. I can feel it. Careful. Let's not be too hasty. Проблем крокодила. Ляня, вниз можно? Там можно с крокодила как-то забраться. За шлемом там. Тебе не нужен новый шлем? Ты постоянно идешь. У тебя сидит гор или как он? Как его, блин, зовут? Это если гор, да? Ну как ты? Ну за что просто ты это делаешь? Глянь, наверху там можно, получается, добыть вот это улучшение. Ну, это вопрос, скорее всего. И... А как ты вообще вылазишь? Да, вот тут сломана эта штука. Ты что? Ты что, ты что? А, вот оно, глянь. Выбирай. Вот тот. И сиди там теперь. Патроны, без меня не уходите, пожалуйста. Погнали за улучшением. Красавец, красавец. Теперь можем идти. Там, кстати, наверх можно. Нормально? Сначала там меня подожди. Ну, главное техника. Ну, блин, ну что же. А, это они? Она неплохая, да. Я вот так вот смотрю, интересно. The high road or the low road? Понимаю, знаешь, until we reclaim Sobat's powers, we'll have to get used to the water. На голову.
Леша. Ну, вокруг сейчас пойдем. Все тебе. Все мне. Все наконец-то. Мне. Все мне. Я просто. Я все постоянно говорю, ничего себе, Лянька, ничего себе, мне говорит мой товарищ. Все тебе. Все, все тебе. Да, я согласен. А это вот общие какие-то пистолеты. Нет, все мне просто. Что за это? Мощное оружие, скорострельность высокая. Ну да, у меня тоже самое. Есть, да, какая такая. Хочу попробовать. Повоевать. А, я понял. Нет, нет. Такая фигня не нужна. Видел, там сидит. Ля-ля-ля, они по краям, видел? Давай, я сам. Не пару оставил, которые взяли. А не, ну как ты ж подогнал? Опа, опа, что это такое? А, ну да. Там какая-то фигня. Да, ныряй. Стой, стой, стой. Видишь, нам нужно шлем собрать. Подвинем. Ты это, подними эту фигню, вот эту фигню. Вот так. А, оно должно было успеть. Ладно, по новой. Let's try that again. А зачем глаз? Давай. Пускай. Теперь да, если ты полатишь. Там залетел. Когда камень мне попадет, опусти, опусти. Давай. Да ешь, жду, чтобы оно замедлилось. А так оно ближе, как быстро. А, окей. Давай. Сейчас, давай. Ты по времени с шаром, а я контролирую решетки. Теперь веди его к стенке. Ну да, ты же заметил. Отпускаю. Мы даже теперь сделали быстрее, чем мы. We have done it. Зачем мне ваши заставки? Блин, блин. А я на тебя смотрю там. И все на тебя. Все на тебя. Блин, ну ты прыгнул, мне казалось, что ты долетел. А тут из-за вот этой проекции тяжело сообразить, куда надо сигать. А как она называется?
По 45 сверху. Как раньше называли. Ну да, но она как-то есть у нее такое типа научное название. Научное? Ну да. Или литературное. Я не знаю, что это так. Я на умку добровольно прихожу. Ну, окей, я, честно говоря, не понял, какое, ну, другое так другое. Не сыграешь, пристал? Я? Я что собираю? Ну, тут красивая, кстати, такая. Такую бы игру, блин, хотел там поделать. Такую бы игру, такую бы, это, там, сюда у меня... Динопизис вспомнился, знаешь, и второе. Вот да. Просто вот такие джунгли, вот так бы можно было сказать, что-то смахтелить. А Динопизис вообще, это лучше в игровой индустрии. Right, да, было время. Ну, я тоже не знаю. Перейти реку не упал. Видел, я выпал. This should come in handy. Frost, I bet you got all sorts of ancient artifacts at home. You don't need that one, do you? One never knows, Carter. I hold on to it for now. Реку, не, реку там, где нужно было прыгать, Пай, чтобы собрать все аптечку, что там было. Помнишь? Так, я расскажу, не представлю, тут я тоже без присмотра не оставлю. Большой. Самый трон. Дорогой. Это 1000, а мне 598. Ну вот этот 500, кстати, да? Вот его получается открыть. И мы получаем редкое кольцо найдено. Это я, наверное, получаю. Еще за сотню, наверное, нужно открыть вот этот ключок. Все, можно выбирать. Выбираем сюда. Туда. Тут же ж мы две гробницы, помнишь, вниз и вверх пробежали, а теперь откроем самую главную. Или что? Или как? Да нет. Не, ну заставка была только. Выходи. There must be a way past these spikes. On with them. Let us move. Блин, ну надо же сделать. Подожди, вот эти мостики должны открыться. А я-то могу подбежать. Давай попробуем посмотреть. Может быть, все-таки нужно хитрить системы.
А, тю. Переходи туда, я понял. Давай. Прости. Не мог допрыгнуть. Теперь сюда. Вот и все. Ну вот поэтому мы сюда и вернулись. Как мы могли усталости без оставить. Я забыл. Ну снова посмотрим. Ну, я не могу сказать, что мы, я не уверен, что мы делаем правильно. Наоборот, по второму кругу. Ну, зато забрали мы этот шлем. By the look of that bridge, we'll need to move quickly. Судя по мосту, надо двигаться быстро. Ну, я думал, ты побежишь сразу. Отец, что ты делаешь? Почему ты не побежал? Дабл. Дабл. Дабл травм. Это Unreal. Unreal вообще, блядь. Сами. А я вдумал, да, он бету. Мне очень понравился. Да? Реально, по-моему, даже зачем они дают возможность? Да. Хотя, может быть, сделать то, что мы не сделали. Я стоял на бомбу оставил, типа ко мне прыгает, а я наоборот взорвался. Should be easy enough. Я хотел просто за алмазами. Он видел там притянуть. Блин, реально просто заново. Добавили сейчас, 4 калмы. Стало двигаться, народ. Полежите, я приду. Не на сундуку, не на щит, прикрепите. Я думал, ты долетел, но он не потянет. Так бы ты успел. В прошлый раз ты успел. Анжилка. Так хотели. Скоротали, блин. Босс находит. Так тут. Нравится, и потом меня захватывает. Вот как оно тут было задумано. На этот раз видишь, они кристаллы поменяли. Тогда были, ну, дорогие. Я пришел подкладывать.
я же буду. Я думал, это крокодил вылез. Блин, опять вот это бензин. Да. Ну, неправильно, что ты сделали. По-любому. Все мы правильно сделали. Не, он остался. А он не должен остаться. На кнопочку его положим. А для чего мы это сделали? Потому что ничего не понимаем. Так. Раз, два, три. Пойдем. Прыгай на кнопку. Че, мы вдвоем померли? Ну да, надо было, я пробежал бы, а потом бы ты медитировал с этой палкой, блин. А так и получилось. Беда получилась, в общем-то. Ну, глянь, какая долгая. Не перепрыгивай ты на кнопку. Я могу залезть, да, вот это кнопочка. Мне кажется, что мы так проходим, а мало ли. Мы обманули систему. Мы вне системы, Серега. Let's not be too hasty. Тоже было интересное исследование, но не бросим. Почему нужно? Я там свое исследовал. Течение воды. Упало, то мое, короче, называется. Да. Они нормально падают, да. Мне кажется, что он не планирует опускаться, пока он да, пока мы это не победили. А, так нам вообще в другую сторону, в конце концов. Наверх, точно. У нас еще... Ах ты, Until we reclaim Sovak's powers, we'll have to get used to the water. Да, это челлендж, я уже победил в нем. Ты умрел. Побеждай. Ай, ты получишь. На небе. Интересно, вкус его, сколько эта игра стоит? Гривну? Просто если последняя 160, там брайдер. Я точно проиграл в сборе кристаллов. И зачем мы просто второй раз это пробегаем? Давай.
Я просто, да. Интересно было бы, если бы мы реально шлёпнули. We have done it. Получается как-то их у меня собирать. Я не специально, просто я выбрал опять нога. Ну, так левая и правая ступня. Все правильно. Может, как-то можно пропустить уже? Да, можно будет скрыть поддержку. Есть положительный момент. У тебя все равно, там 8 тысяч. Это подстало. Сколько по количеству вообще? Блин. Лара, ну что ж ты делаешь? Ой, застрял. Ну хоть что-то мне досталось. Так, сколько? 250, 436. Я могу за 500 еще сундук открыть. Соберем все приколы. Нету сундука, что 450. Не представляю. Так. Профт, I bet you got all sorts of ancient artifacts at home. You don't need that one, do you? One never knows, Carter. Why don't I hold on to this for now, just to be sure? $500 у тебя самый получается вариант. И можно выбираться уже. Хочу дальше вынести. Там посылаешь, я ничего не могу. Может, надо стоит на 1000 вообще не собирать. Я тоже сейчас потратил сотку, думаю, стоило ли это делать. Ну, я 250 потратил и 100. Сотни обычное кольцо. Надо его брать, не надо. Наверное, лучше сэкономить. Сэкономить. Блин. Смотри, мы не туда придем. Ну, дядька ж показывает. Да, дядька. Врум. Надо было вон туда вниз. Правильно пока. Под водопадом исследовать. Вот она гробница, ну ты прикинь. Мы с тобой тут блин. И тут крокодил. Ну это ж пока крокодил не будет поверхность. Короче, по сути, Лара Крофт вместе с этим парнем сейчас убьют целую цивилизацию. Понял? Крокодила людей. Куда смотреть? Наверху там, да? Налево, налево смотри, там раз, там все собрал. Ты видишь, что-то в воду мы запустили, что-то отличие, если пропукли. Я тебе говорю, ну что же цивилизацию вместе с гором с этим, или Тором, или с гором. You will need your torch here. Вот это вот постоянно мне нравится, только что происходит. О, goodness, it still works. Look, the water is heating up. О боже мой, я надо говорить. Ты же сколько? Без тебя не так.
Ага, я понял, что ты хочешь делать. Блин, вот это мне не нравится. Не, это... Я понял, что повернулась, но куда? А, вот решетка опустилась. Это можно оружие. Там, я не понял, это что, гранатомет? Давай выставим. Я реально не пользуюсь ни теми, ни другими пистолетами, поэтому гранатомет будет со мной. Так, урон. Реально есть очень прикольные. Я готов. К труду и обороне. Ну так я тоже. Что делаем? Наверх он, видишь? Ну да, ему надо как-то цепляться. Аккуратно, пожалуйста, мне не нравится оно все. А ну-ка. Мне кажется, нужно назад. Да, а, у нас есть гранатомет, ёшка. Мы уж можем теперь стрелять гранатами. Все, поджигай, пойдем. Сразу доперли. Купание в жопу. Нифига не про. Я стану тебе сейчас на шаг. А ну да, сделайся. Сделай. Прыгни и стреляй. Нет. Может быть на столб? Назад. А, тю, Серега. Все казалось гораздо просто круче. Да, теперь вот да, любили. Не бывает. Мы просто снова начали морочиться больше, чем оно там на самом деле. Всегда просто ждем с тобой подвоха от игры, что будет все сложнее. На самом деле утопили. Блин, я там начал компанию с ним сюда. Ну, это нравится. Ну, привет. Ну, да, на боку. Я думаю, эту гробницу, да, и нужно сделать вперед. Let's hurry! We only have a few moments. Торопимся, лучше не торопиться. Подожди, а что-то там еще крутится. Просто это было, конечно... Ну, нужно было сделать мне шаг просто левее и перепрыгнул. Мы там успеем, что просто не было видно. Просто мы не было видно. Давай. А, крутится там это что? Давай, прыгай. А мы же сверху еще все. Я уже перемогу. Шар. Ну
Я тебя держу, не бойся. Там реально было, можно было. Можно было перепугаться, если бы в жизни так, прикинь, ты наверх лезешь, а я тебя надо было. А теперь нужно... Ой, стой. Я попробую. Давай. Надо было там минуть вообще. Опаньки. Дубль, я бы сказал. Блин, вот это... Когда надо не цепляется, да, когда не надо цепляется. Блин, вот что оно вылетает и сгорает? That should help. Now, to light the vent. There's the vent, but we'll need to light it somehow. Я думал прокатить просто взрывом. Выстрелил в колесо. Интересно. Мне нравится. Я думаю, что не стрельнее, во-первых. Потому что блин. Окей. Серега, у тебя, я так понял, гранатомет не издал. Теперь я это знаю. Еще раз ты мне об этом напомнил. Сейчас будет разборочка. Пока, наверное, через месяц не открыть. Как же быстрее собрать? Ну да, добришка, оно там залипшее. Жалко, что тут ускоряться не нельзя. Не отступает. The gas is directed to the next vent. Я уже тебя там вольчили. Короче, мы не забрали этот член, его нужно было раньше. Запугать, Лара. Это главное. Я же говорю, что ты не будет разборка. Ну, я думаю, это чувствуется. Как скажешь. А вот, глянь, тут еще одна решетка. Мне оттуда не приходили. Я просто... Вдруг... А вдруг, Серега? Вдруг это... А я, кстати, решил как-то быстро перебежать. Ты решил просто... Чтобы я немножко отдохнул, полежал. Ты слишком быстро двигаешь, да? Газ надо провести. Наступи, чтобы газ... Mm-hmm.
А, так тут нам на время, да. Оно исчезло. Don't look down. Я просто должен был. Снова. Ты не дрия. Ну я уже на руку. Сейчас я тебя забыл. Да. Мы победили эту жабу, главное получается. Я думал, больше. Just need to think it through. We are close. We have crossed the fire nearly to the end. Смотри, я убираю. Правильно, да? Ну да. Деньги. Я здесь. И дело в том, что нужно теперь обходить. Теперь тебе надо поджигать. Поджигать эту штуку. Ага, теперь ты, короче, наверх не попадешь. А сейчас попадем. Вот это, блин, секрет. Да уже просто нужно уже выходить с этой гробницы. Давай, я еще раз там что-то стал. Все, я встану. Может мне держать? Давай. Стой. Раз, два. Наконец-то. Теперь ты туда перекатишь. Есть, я тоже хочу это сказать. Ну все, зажигай. Подожги, пожалуйста, я подумаюсь.
А там нычки только. Да ну ее нафиг. А, это вот когда вверху, две. Подожди. Это когда две, короче, надо активировать. С обеих сторон. Нет, это вот газ, видишь, наверху. Может его гранатометом можно. Нет, факел он не подождет, что ли? Голодная, конечно, думаю. Я не знаю, крокодила вроде победили, но это они были приспешны. Раз победил, да, перед Андрюха уже победил, и мы добрались, и спасибо. Так, ну что, we done it. Сейчас пусть оно пройдет заставка, теперь наконец-то правая нога. Мы просто два раза зря лазили просто в этом самом. Там было невозможно сделать снимок экрана. Я не собирался делать здесь снимок экрана. Спасибо, что вы предупредили. Now, back to the shrine. Окей, гробница пройдена. Да. Ну что ж, дорогие друзья, огромное спасибо всем, кто смотрел это видео. Спасибо за лайки. Для вас играл Андрей Бряский и Сергей Габриэль Бенман. Продолжим мы в самое ближайшее время. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Пока.